вами канал «Просто о бизнесе», который помогает вашему делу расти и развиваться. Мы – двигатель вашей торговли, и сегодня расскажем про другой двигатель, который называется реклама. Клиенты сами про вас не узнают. Им необходимо помочь, поэтому есть огромное количество видов рекламы. А вот насколько каждый вид рекламы будет эффективен, применительно именно к вашему бизнесу, необходимо тщательно анализировать, чтобы не сливать свой бюджет зря. Для этого открываем специальный отчет, в котором вы увидите все используемые вами виды рекламы. Будет возможность посмотреть как количественные показатели в виде числа привлеченных клиентов, так и финансовые данные в виде заработанных денег. Кроме табличной части, есть круговая диаграмма, на которой, даже не вчитываясь, можно будет легко определить самые эффективные виды рекламы. Объединяйте источники информации в группы, например, чтобы посмотреть общий доход со всех средств массовой информации. Подпишитесь на нас, ведь в других выпусках мы покажем более сложные методы маркетингового анализа. Дивергенцию по сравнению с прошлым годом, рассеивание по месяцам, процентное соотношение, дифференцированный маркетинг и многое другое. Всем хороших продаж и до новых встреч!